Текущий капитальный ремонт в многоквартирном доме. Какие проблемы могут возникнуть при проведении капремонта и как их разрешить? И что делать, чтобы ускорить сроки капитального ремонта? Можно ли отремонтировать дом с помощью субсидий от государства? Смотрите программу «Совет моего дома» 5 июля в 19:35. Гости в студии: Алексей Старостин, заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара, и Виктор Часовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль».